Но реформы нашей науки не помогут, например, да, называется. Вот, как говорится, это нет смысла лечить мертвого припарками и примочками, например. Да? Здесь нужно в корне все преобразовывать и в ран принимать только людей, которые маньяки, например, да, называются, которые хотят дико рубиться и создавать что-то новое, например, да. Если, допустим, Путин даст указание, например, да, какой-то делать новейший проект, например, да, то на базе этого, вот, допустим, летающих тарелок, да, где люди будут одержимые, будут стараться работать, например, такой коллектив, всех остальных выгнать из Академии наук, и на базе этих новых проектов, прорывных, например, да, сплотить научное сообщество, например. Да, в этом случае, конечно, Академия наук возродится из пепла, например, да, называется, и станет локомотивом, который повезет нас к радостной жизни, например. А так получается, там за прошлый год там сколько научных открытий всего, сколько там, 5 или 10 было сделано? Это? Да, от силы 4. От силы 4 проекта, да.